Дома, в которых жили 16 семей из Кубинки, построили в 50-60-е годы прошлого века. Это одноэтажные кирпичные здания. В квартирах отсутствовала горячая вода и отопление. В апреле дома признали ветхими. После этого из жилого фонда Одинцовского района выделили 16 квартир в новостройке на Нарофоминском шоссе 8. Нашли квартиры в доме новостройки. И сегодня мы успешно, удачно вручили ключи от новых квартир. Причем наши жители не только улучшили с точки зрения качества свои жилищные условия, но еще и в количественном плане тоже приобрели, потому что все квартиры, куда они приезжают, там в полтора раза больше, чем те, которые они занимали в бараке. В пятничное утро для 16 семей из Кубинки началось с легкого волнения, и это не случайно. Ведь совсем скоро их ждут приятные хлопоты, переезды в новые комфортабельные квартиры со всеми коммуникациями и удобствами. По словам новоселов, это лучший подарок на Новый год. Очень благодарна ему, что вот из таких вот ветхих домов вот получили как бы вот такую вот квартиру. Это очень большая благодарность. Хочу поблагодарить главу района Одинцовского за получение квартиры, трехкомнатной квартиры для моей семьи. Очень трогательно, волнительно. А чтобы новоселы могли сразу зарегистрироваться в своих квартирах, передача ключей и документов проходила в местном многофункциональном центре. Глава района подчеркнул, программа по переселению из ветхого и аварийного жилья находится в приоритете. Как сказал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, без расселения ветхого аварийного жилья мы, конечно, не сможем добиться никаких серьезных качественных изменений в жизни людей. Поэтому приоритетная программа, мы и занимаемся. И все муниципальные площади, которые у нас есть, которые переходят нам от инвестконтрактов, мы сразу же передаем в поселение для решения вот этих наболевших проблем уже десятилетиями. В этом году по программе переселения ключи от новых квартир получила еще 21 семья из Кубинки и Лесного городка. Дарья Сутягина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».